Здорово, мужики, короче, вчера, блядь, расскажу свою историю. Очень давным-давно. Я просто вчера охерел, блядь, пиздец. Короче, я был маленьким ребенком. Ну, ребенок, я не знаю, сколько мне лет было, 7, блядь, 8, может, я не знаю. Поехали мы, короче, ну, раньше, что, в 90-е годы, там, блядь, поехали мы, короче, на путь с ребятишками. С пацанами даже еще это можно не назвать, потому что вообще дети были. Поехали на пруд купаться, там, я не знаю, что там, вишни, огороды лазить, там, собирать ягоды, там. Ну, короче, блядь, ну, озорники. И прикинь, мы поехали, короче, с Саранска в Дуриловку. Ну, поехали, там, искупались, я уж не помню, на рыбалку. Ну, короче, поехали, 100 лет прошло, я уж и не помню. И на обратном пути нас, короче, взрослые ребята тормозят, пацаны. Ну, или я уж не помню как, а, короче, остановили. И у меня отобрали велосипед, представляешь? Блять, а я хули, я ребенок, ну ребенок, дитё, блять, я не помню, сколько мне лет было. И у меня отобрали велосипед, представляешь? И у меня вот эта боль и осадок остался в душе на всю жизнь, нахуй. А я этот велосипед, блядь, собирался. А раньше велосипед, блядь, это было, я не знаю, дефицит, блядь. Их воровали у каждого, блядь, подъезда, нельзя оставить. Этот мне велосипед как-то чудом достался, я не знаю, я его собирал, раму отдельно, помню, кросс. Покрасил его кисточкой, короче, и мне его отобрали, бля, я плакал. Иду из этой деревни, все на велосипедах куда-то разъехались, не помню. Я пешком с этой деревни иду домой, через лес, через посадки. Заплакал, нахуй, маленький был, че, нихуя себе велосипед отобрали, блядь. И представляете, вчера еду, перекресток, короче, стою там около дома, и переходит дорогу этот парень, нахуй. Кто у меня отобрал велосипед? Я его лицо ебало запомнил на всю жизнь, нахуй. Еба, я хотел выйти, разорвать его, я не знаю. Еба, у меня прям вот сердце кипит просто. Я думаю, пизда ему сейчас. И все, у меня, я его готов просто убить, нахуй. Вот это то, что... Блять, оставила ребенка без велосипеда, да, меня, да любого ребенка просто. Ебать, это такое чудо, я не знаю, даже не описать словами. И смотрю, этот гондон переходит дорогу, думаю, что с ним сделать, вот просто подскажи, что мне с ним делать. Поймать, отхуярить его, его уебашу, прям вот, сука, в дрищи, прям фарш, нахуй. Разорвусь, сука. И не могу, у меня прям вот все кипит, сука, так, прям такой у меня стоял осадок на всю жизнь. И все, я не могу теперь с собой что сделать. Отхуярить, блядь, ментовку, блядь, заявить на пед. Что с ним сделать? Сказать, сука, покупай мне велосипед новый, нахуй. Один хуй заявит этот пидорас. Я не знаю, что с ним делать. И вот такая хуйня, ребята. Просто, блядь, прошло, я не знаю, сколько лет. 30, блядь, с лишним лет, наверное. Мне сейчас 40, блядь, 30, больше 30 лет прошло, да? И я его, сука, помню, как вчера, нахуй. Он все такой же, нахуй, не изменился, нахуй. Блять, мама, у меня все, нахуй. Вот я сейчас жду совета, ебать. Что мне с ним сделать, если мне еще раз попадет? Попадется один хуй, нахуй. Пока карма его не настигнет от меня, он хуй куда денется, сука. Поэтому я не знаю, что с ним можно сделать, ребят. Заявление, я сам не пойду в милицию писать, что я приду, как долбоеб, скажу. У меня велосипед отобрал 100 лет назад. Отхуярить его я буду крайне. Как быть, блядь, не знаю. Такая, ребят, история. Поделился с вами. Ну, короче, жду ответа, комментарии, подсказки, что мне сделать, что придумать. Всем пока.